не все, но в двухэтажном доме. Уехали. Такое невозможно. Вот F4. Все мертвые. Сразу же все мертвые. Прикольно. Да здравствуют читы, что ли? Чё и читы? Боссы и кит. На время все подохли. Там они в шеренгу стояли, все трупы. С моего трупа идут. Квадрат ГГ2 напад, средний напад 5, либо 8. Да, я понял, пример поставим. Тут медик в доме нужен. Куш. Бред, медик бред. В доме. Отпад. Сейчас, жди. Я тут одну. Блять, прям выглянул тупо и все, расстрелял. Сейчас на нас выйти на фор. За забором стоит. Второго медика сняли. Enemy on my body. Фобу снимаю. Принёк. Ребят, к фобе подходим. С разных сторон. Копает всё. Минус один. Он тут один, походу, копает. У меня кит, к сожалению, не тут. Понял. Он с СВ подбежал.
третий фобу выкопал противника. Отлично. Опять обошли. У нас такой прям. Со синих холмов обстреливает запад, получается. А что по захвату, ребят? Захват идет, правильно? Захватываю. На запад смотрите сразу. Бля, тут еще попасть надо. Не в нижнюю захватываем. По чуть-чуть. На втором, они на втором. Я говорю, прямо кидайте. Блин. Нет, все. Медики мертвы. Горняк. Горняк, стой. Меда, переползаю на следующий. Гранат upstairs. Тоже. Никакого удовлетворения от СВД на этой карте. Не, карта хорош. От СВД удовлетворение просто. Такого, которого ожидаешь. Через ЖД проходит противник. На 255. Вижу. Оно и снова. Прилетело. Там один пришел или два? Там двое шло, трое, по-моему, шло, двое упало. Так, у нас ГП что близко. Урод на камне поднялся. На фобе что противник? Беги сюда, нагр. Стоп. Да, противник. Yes.
Чё противник? На фобе противник? На фобе. Да, меня убили. Класс. Класс. Я вот вырезался сразу же. Так, чё у медика второго делал? Убил его. Всё так, поднимайте друг друга. Не успел, наверное. Умер тоже. Ну, один гевапается, второй появляется и поднимает предыдущий. Ребят, вдвоем, ну нахера мы вдвоем гевапнулись, ну. Вы чё? А так у меня сам гевапнулся, вообще-то. Это я гевапнулся. А, ну второй зачем гевапнулся? На скоростях. А он еще видел кого-то? А, короче, много народу сейчас выходит. Сейчас примерно на Мефесто там до хера народ вообще. Там где-то фоба находится в раз. Метка класса. Враг на фобе. Блять, опять что? Напали, выжил. У вас там чистая фоба, нет сейчас? Сейчас вроде да. Так, нет еще. Обходит сьюга он. Сьюга бьют. Убил его. Снял, деда мы. Привет. Горняк жил. Нет, пошел фобу. Фобу нашли, говорят. На моей позиции фоба. На ней появиться можно или нет? Да. Так что одному опасно. Давайте ко мне туда твой мочь. Югами можно пройти, обойти там. То есть железку южнее перебежать. Не обязательно прям в лоб на нее бежать, на пол. Сорян, я этого убил, который выкапывал нашу. Ну да. А то че? Тут где-то у них тоже, по-моему, есть респ. Да, тут они не появляются, где-то в другом месте появляются. Ну, зачем ралик поставить по пути, чтобы быстрее бегать? А, да-да, ралик F3.
кейпад, это на клавиатуре посмотреть. Вот сейчас на карту посмотри, где щит. А, нет, это нифига. На самом деле, там дохера народу. Как на клавиатуре кнопки нарисованы, точно так же вот кейпады обозначаются. 1, 2, 3, 4, 5. На маленькой клавиатуре, да, да. Мефисто, ты живой еще? Да. Ну мы идем к тебе толпой. Это они что, постройку сделали, что ли? У нас Фобус Юга сносит. Как ее нашли вы? Ты там заблудился, что ли? Давно уже. Да, как вариант, перебежчики. Кстати, да. Кто на пистолете? Да, пистолетик тут в меня. Сзади. Горняк, блин. По мне стреляет. У нас аппер нейтрализовали. Что там с Фобу снимаете? Да-да. Процентов 20 осталось. Сейчас тогда можно уже на север поворачивать. Все, есть брат, Фоба. Чё? Фоба, возможно, стоит на этом, на, в крепости, наверху, на севере, которая. Да, есть такая вероятность. А давайте соберемся все вместе и поставим, брат. Мне для того, чтобы его поставить, нужно 4 человека. А мы здесь с толпой уже, можешь подождать, в принципе. Да, сейчас просто подбегу на нормальный момент. Ага. Да, там впереди трупы. Ай-яй-яй. За забором, наверное. Около маленького дома. А, двухэтажный дом. Убегает один человек, второй человек. Во дворе еще бегает. А, второй этаж один человек. В каждом доме кто-то есть. Сейчас. Походу у них там и Фобу стоит в двухэтажном. Ага. Фобу проебываем. Да, компромат. Сообщили парад. На арке только появляйтесь, на Фобе не появляйтесь. Напротив тела горняка, противник в доме внутри.
Да, в доме есть. В развалинах фугу нету. Противник живет вас. Камбэк пошел. Че третий вниз спустился, зачем, я не понимаю. На следующую точку пошел. А, ну, то как бы да. Все, фобу потеряли, короче. Блять, уже забрали, кигать. С какого направления? Блять, вот такого не бывает. Они с домов стреляли. Да, с домов. Фобу нашел прямо на моей позиции. А, молодец. Сейчас поставлю метку. На следующую точку уже берет. Ну пиздец. Фобу уничтожаем против, ну а в точке не захватываем. Сейчас подниму. Подойди ко мне. Я никого не убивал. Сейчас пытаюсь перебежкой уже. Командир, из сквадного взял кит или нет? Нет еще. Раскапываю фобу тут, лопата работает. О, пулемет. Сейчас он еще есть. Давайте следующую, ну в смысле еще один ралик поставим. Манифеста, Бентов, подойди сюда. Манифеста. Опа, у нас все, кто-то все упал. А, Кошман, спаси чувака. Ты че было? А ты на нем появился и убил его, по-моему. То есть сейчас на ралике не стойте, тут если на ралике стоять, вот может это... Убить. Валите командира. Нам нужна фоба. Да поставили фобу с другой стороны. У нас здесь ралик, все замечательно. Противник перед нами. Наш. Да, противник. Да? Наш? Один наш, второй нет. Ну, я побежал за. Ура, товарищ! Ура!
Этажный дом пройти. Первый этаж, в район. В дверном проеме, да. Понял, сейчас туда летит чё-чё. Сука, мимо. На втором этаже много. На первом тоже есть. Ой. Хорош, блядь. Отлично. Пытался бошку отстроить, заслал. Прям бошки торчат снизу, их видно, если подойти. Не гпшьте. Там плохо все, да? Не-не, нормально. Не все. Вы в захват зайдите. Ублюдки, пулемет поставили. Тут рядом с нами фоба стоит. В доме бегает кто-то, короче. Сейчас думаю, отжарю их. У них фоба где-то в H2 и бата 1. Где-то там. Минус 2 возле дома. Да-да. Чё захват? Дом почти зачистил. Еще минус 2. Захват, захват, захват. Все, дома чисто. Заходите в район. Давай тут нашу фугу поставим. Да поставим, господи, только район найдите сначала. Последнюю забелили точно. Сало. Ну, ну все. Не усп... Чё за звуки такие? Кто-то умирает и умирает. Так, бегу на вашу позицию, не гивапьтесь. Чё, давайте хотя бы фобу заберем перед тем, как проиграть. Первую точку захватили. Нашу. Забили, да. Точнее. А, нет, убили. Он наверху на горе стоит, наш, кажется. Скажи им слышно, чтобы они фобу поставили третьим. Ну, они этим и занимают. Что-то смотрю, их там особо бизнес не прет, да? Все хер набили, короче. Я тут происходит. Бред, блин. ГГ вообще, короче, 26. Ба. Да, поставили они фобу. Ну вы пока не девайтесь, может помочь. Да, забейте уже. 25. У них еще сотни. Мы сейчас только появимся, все дикие такой.
Надо было с оружием взять хоть какой-нибудь пустырь. Вон там бегают ублюдки на 330. Пипец, они прям на ваших трупах. Там на русском народ собирается. Ну сколько там, наверное? Сколько там народ? 18. Тикета. Мы сможем. Чё, на русский перейдем? Я бы сейчас пока не переходил.